Саровскую воинскую часть с рабочим визитом приехал командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Он наградил военнослужащих государственными наградами, а также подвел итоги боевой работы Саровской дивизии. Я желаю вам дальнейшего только идти вперед, совершенствовать себя, не утерять то высокое звание вашего соединения, не потерять позиции. И только с каждым годом вперед-вперед. Государственные награды получили военнослужащие, которые отличились при выполнении боевых задач. Медали за мужество, отвагу и самоотверженность вручили троим героям. Генерал-полковник Александр Порядин отметил их добросовестную и высокопрофессиональную работу. За мужество и отвагу проявленных при выполнении сослужебных боевых задач на Северо-Кавказском регионе. Чувство гордости, радости, уважения за коллег при выполнении боевой задачи. Выражен за усердие и инициативу при выполнении по ликвидации пожаров вблизи охраняемых площадок города Сарова. Чувствую гордость, радость. Считаю, что наши действия – это пример для будущего поколения. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом военного оркестра Саровской дивизии. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.